Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Выбрались мы с Генчиком покопать по Руси. Выехали в одно очень интересное место. Мы здесь когда-то были осенью. Росла здесь кукуруза, ее убрали. Осенью была грубая перепашка. Мы здесь походили. Находок особо не было. Но вот эту перепашечку заровняли. Уже прилично давно, потому как вышли мы в поле, и здесь уже кто-то до нас походил. В общем, но ничего страшного, у нас уже есть находочки, причем неплохие находочки. Ветер очень мешает снимать, извините, пожалуйста. Причем очень неплохие находочки, и сейчас я вам покажу две находки, которые были совершенно рядышком. Смотрите. Аукцион Виолити – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Виолити – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Виолити вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Виолити. Ссылки под видео в описании. Ребят, значит, смотрите, одна ямка и вторая ямка. Сначала выкапываю вот эту вот красоту. Браслетик русевый. Не я согнул его, он такой был. Постараюсь дома аккуратненько выровнять его. И вот рядышком, буквально, ну, в метре, наверное, второй. Такой же самый. Прикиньте. Тоже не я согнул. Тоже он такой был. Смотрите, какой он красивенький. С рисуночком. Классный. Обалдеть просто. А Геша нашел. Генчик нашел. Вот он ходит. Серебряное кольцо нашел. И колтик нашел бронзовый. Потом к нему подойду, посмотрим. Даже что потом? Сейчас подойду, покажу ему свои находки и посмотрим его. Гешка. Ау. Смотри. Прикольно. Фига себе. Один и второй. Обалдеть. Красун. Покажи свои, пожалуйста. А у меня шут. Не, ну, серебряное колечко. Смотрите, какая обручалка шикарная. Там проба даже где-то есть его. Рейс Фенинг, пятерочка. И колтик бронзовый. Все, будем ходить. Походим пару часиков, да. Будем ехать домой, да. Ага. Привет, ешь. Всем привет. Красавчик. Идем дальше искать. Ходим, друзья, все там же. Есть находочка. Зацените. Накосничек мне выпал. И он, по всей видимости, когда-то был посеребряный. Остатки серебра на нем вот внутри остались. Видите? Внутри беленький. Снаружи бронзовый. Прикольно. Находки вылазят потихоньку. Будем ходить. Тоже классный там рисунок когда-то был на нем. Нема, к сожалению. Уже не видно, где-то я чуть видел кусочек. Ну, вот такая вот находка. Идем искать дальше, смотрите. Ходим мы, друзья, все там же. Есть у меня находочка. Когда такие находки выпадают, сердце ёкает. Копеечка вывалилась.
Копейка 27 года. Хорошенькая такая. СССР. Пойдет. Копейка. Генчик пошел в разведку. Вот туда вот за посадку. Там следующее поле. Пошел туда в разведку. А я пока мне здесь хожу. Буду ходить, друзья. Сапут какая-то лезет. Обломыши, оплавыши. Надо искать. Будет что-то интересное, вы все увидите. Смотрите, не переключайтесь. Был, друзья, поверхностный сигнал. И выпала вот такая вот находочка, пирамидка. Какая-то сушка. Кто знает, что это такое? По Руси копаем. Подскажите, пожалуйста. Первый раз такое нахожу. От чего это может быть? А может, это вообще отдельный какой-то вариант, исполненный в таком вот виде. Кто что знает, друзья, подсказывайте. Никогда ранее такое мне не попадалось. Идем дальше копать. Вот такое вот хорошее поле. Геша в разведке ходит где-то за посадкой. Все, друзья, я пошел дальше. Есть находочка, друзья. Смотрите, 3 копейки сверху лежали. Согнутые такие. Это говорят, что их землей так зимой выгибает. Не знаю, правда это или неправда. Вот такие вот выпуклые. Трешечка. Находка. Генчик вернулся. Вон он ходит. Ничего, видно, в разведке нету, раз пришел обратно. В общем, находочка. Берем, идем дальше искать. Смотрите. Самолетики летают. Сушки. Тренируются орлы наши. Вечереет уже, друзья. Ходим мы вот все, ходим. И есть у меня находочка по Руси. Накосничек мне выпал бронзовый. Жаль, не золотой. Бил так плохо, вообще глубоко лежал. Больше, чем со штыка его выкопал. Жалко, что не золотой. Вот такой вот накосничек. Прикольный. Берем. Будем скоро заканчивать. Еще походим немножко. И будем домой ехать. Ладно, мы пошли дальше. Смотрите. Посадка горит, друзья. Такой дым, что нечем дышать. Смотрите, какая у меня находочка. Находочка. Целенький. Целенький энколпиончик. Просто класс. Блин, кайфово. Ходим с Гешей. Блин, ветер такой. Сейчас развернусь. Смотрите, какой кайфовенький. Целенький. Ничего не отломано. Шикарный крестик. Просто шикарный. Крутяк. Крутяк. Блин, кайфово. Берем поле вот такое вот. Шикарное поле. Выровняли после кукурузы. Будем ходить. Смотрите.
Солнышко садится, друзья. Мы все ходим. Есть у меня находочка. Такая букашечка. Букашечка. Пуговка-гирька, друзья. Ой, чуть не потерял. Пуговочка и гирька. Манюсенькая такая. Капец. Берем. Агенчик нашел крестик по Руси. Как-то крестика здесь нету. Вот все, что хочешь, попадаются браслеты, энкалпионы, а такие нательные крестики маленькие практически не попадаются. Вот первый за 2 дня копа. Ладно, идем дальше искать, смотрите. Все, шмардичину какую-то выкал. Пошли. Это Генчик там ходит. Друзья, смотрите прикол. Только сказал, что тут крестики не попадаются. И вот вам, пожалуйста, шароконечный крестик Киевской Руси. Целенький, с ушком. Просто красота. Офигеть. Я в шоке, как так? Только вот сказал, что-то здесь крестики не попадаются. Так, что-то здесь гривны Киевской Руси не попадаются. Очень странно, очень странно. Почему? Так, берем крестичек. Хорошая находочка. Классненький, целенький. Сверху в грудочке я его просто выковырял. Офигеть. Берем, друзья, идем дальше. Смотрите. Друзья, солнышко уже садится. Будем мы заканчивать наш сегодняшний коп. Нашел я еще под завершение пуговку гирьку. Ну и сейчас, собственно, будем продвигаться к машине. Что я вам хочу сказать. Неплохо мы покопали. Второй день на этом поле были в надежде найти вторую створку энкалпиона, которого нашел Генчик по частям. Он 2 части нашел, я ему еще одну нашел, не снимал. Ну, не получилось, в общем, со съемками тогда. Но сегодня тоже неплохо покопали. Паруси накопали, я несколько браслетиков, несколько накостников. Крестик нашелся. Ну, такое, вы сами все видели, в общем. Будем, в общем, заканчивать. Идем к машине. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще выезды. И есть у нас несколько интересных мест, куда бы хотелось. Ветер дует. Куда бы хотелось попасть. Я думаю, что в ближайшем будущем мы туда попадем. Ну и Макс Скоростыня приглашал нас в гости тоже. Макс, тебе огромнейший привет. Я думаю, что может быть неделька вторая. И мы к тебе выберемся. Я тебя заранее наберу. В общем, согласуем поездочку, составим маршрут. Может быть, даже на несколько дней. Вот такой вот у нас, друзья, ветер. Капец просто. Вот такой вот у нас, друзья, коп. Всем удачи. Всем пока.